мы с вами находимся под невероятным стрессом информационной нагрузки и прочего какого-то давления, которое мы неизбежно все с вами испытываем. Вот, в нашем новом дивном мире с его изменчивостью, перегрузками, необходимостью постоянной адаптации там, и так далее. И сейчас must have знать те психотерапевтические техники, которые позволят вам чувствовать себя собранными, расслабленными, не пассивно убитыми, а вот именно расслабленными, свободными внутренне, да, без этого внутренних напряжений, внутренних иррациональных каких-то вот этих вот загонов, которые для нас свойственны. Вот, поэтому изучать техники управления собой – это очень важно.